Заканчивается лето, и потихоньку оживает культурная жизнь нашего города. Может быть, поэтому, чтобы продлить чуть-чуть лето в нашем городе и ощущение от того солнца, городская галерея пригласила в гости крымского художника Владимира Макеева. 40 совершенно прозрачных летних ярких картин теперь поселились на ее стенах. Их можно будет увидеть в муниципальной галерее до 10 сентября. 40 странных легких картин автор объединил под одним названием – «Небесные фантазии». На них аэропланы и воздушные шары, бумажные кораблики, странные дома и фантазии. Все очень светлое, теплое и пронизано какой-то вселенской любовью. Именно она, по словам автора, и заставляет его придумывать что-то новое. Речь идет о том небе, которое внутри каждого из нас. Вот. Мы внутри себя все летаем, когда у нас все в жизни получается. Когда сердце полно любви, когда мы находимся в гармонии с окружающим миром, с самим собой, тогда начинается полет. Тогда рождаются вот соответствующие картинки. Владимир Макеев родился в России, окончил Симферопольское художественное училище. Выставляется с 92 года. Симферополь, Киев, Москва, Польша, Германия, Италия, Англия – это не полный список городов и стран, в которых выставлялись его экспозиции. Работы Владимира Макеева находятся в частных коллекциях многих известных людей. Министра обороны Украины Евгения Марчука, киевского писателя Андрея Куркова, популярных артистов и музыкантов – Александра Абдулова, Клары Новиковой, Николая Расторгуева, Олега Митяева. В Крыму Владимира Макеева часто называют симферопольским Пикассо или Модельяне. И вправду есть что-то общее. Свет, которым пронизаны полотна, образы и энергетика. Крым – место хорошее, и Харьков хорошее. Везде хорошие места, плохих мест не бывает. Места разные, для разного, для отдыха, для трудов, для счастья. Вообще место – это место, Земля – это место для счастья нашей планеты. Все картины написаны в технике масляная живопись, на картоне или на бумаге. Но это очень странная техника. Даже профессионал не сразу видит, как это сделано. Макеев говорит, что берет нужную краску и кладет в нужное место. Вот и весь секрет. Только положительные эмоции и только теплые ощущения. Добрые картинки для добрых людей. Личный стиль Владимира Макеева. Вы всегда были таким оптимистом? Или вас, ваше творчество делало таким? Нет, таким оптимистом я был не всегда, естественно. Сначала, так сказать, долго искал смысл жизни, никак не мог его найти. Жизнь казалась бессмысленной, лишена всяких радостей. Я был полной противоположностью. Несчастным человеком был, ничего не умел. Не умел любить, не любил работать, ничего не имел. А вот как-то вот, так сказать, дошел, и это, наверное, всем нам предстоит. Пока человек не дойдет туда, куда надо, он счастливым не становится. Он туда.